Не покладая рук, вот уже второй день в оздоровительном лагере «Орленок» открылась необычная смена. Заезд небольшой, всего 40 человек, но все дети с ограниченными возможностями здоровья. Очень ждала, потому что каждый год какие-то мероприятия очень нравятся. И общение, и какие-то новые впечатления постоянно получаются. Идея необычной смены в обычном лагере принадлежит педагогам центра «Левобережный». Они сегодня тоже здесь, но в качестве воспитателей. В расписании ни одной свободной минуты, мастер-классы, ярмарки, квесты и, конечно, дискотеки. Все, чтобы хотя бы на время эти дети забыли о своих проблемах. 6 лет назад родилась такая идея, чтобы детей с ограниченными возможностями окунуть в эту лагерную веселую творческую жизнь, чтобы подарить им такой кусочек счастья. Счастливы здесь не только дети, но и родители. Для них предусмотрены тоже занятия, прежде всего с психологом. Дети изначально великолепный стартовый капитал. Наша с вами возможность просто поддерживать их, поплакать, поговорить. Полчаса занятий, казалось бы, прописных истин, но для этих родителей это больше, чем просто разговор. Екатерина Калашникова уже 6 лет неразлучна со своей дочкой. Даша практически не видит, а потому мама и днем, и ночью рядом. Мы в том году были 3 дня отдыха, это вот как месяц отпуска, потому что мы же не имеем ни отпусков, ни выходных. В этом году смена также продлится 3 дня, на больше попросту нет денег. Впрочем, ее обещают сделать еще более насыщенной, чем прежде, чтобы фестиваль доброго творчества родители и дети вспоминали весь следующий год. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК Новости.